Друзья, всем доброе утро. Сегодня у нас 4 апреля 2022 года. И, как обещали, сообщаем о состоянии жидкой воды на участке, где мы размывали. Участок у нас остался открытый. Вот в самом конце немножко сегодня прихватил. Мороз опускался до минус 10. Но сейчас мы на лодке проплыли, там все поломали. Сейчас, наверное, в течение полчаса там дотает и либо сгонит туда в угол остатки. Да. Участок, где мы вчера начали размывать, аэратор мы в ночь перенесли, чтобы сохранить большую часть открытой воды, так как мороз был сильный. Вот здесь мы уже размыли тоже в пределах 10 метров по длине, но по ширине еще не сильно много. Днем, если пригреет, опять аэратор поставим сюда, будем дальше размывать. Ну вот, в принципе, все. Вода есть. Народ у нас, как видите, в достаточном количестве. Расположились все комфортно. Есть уже поимки еще до зарыбления. Ну, пока на этом не будем заострять внимание. Это уже совсем другая история. Все, до новых встреч на водоеме.